Так, пришла уже я с почты, вот они мои посылочки. Сейчас буду их разрезать ножницами и посмотрю, что там внутри. Наверное, будет что-то очень интересное. Вот оно, содержимое моей посылочки. Вот такой вот хомутик. Носки. Шпилечки с коробочкой. Нужная вещь. Всегда мечтала складывать шпулечки свои аккуратно. Так, вот теперь шпулечки все перемотаю, ниточки сложу аккуратно. Будет мне удобно работать и шить. Добрый вечер. Бегала сейчас на почту, получила посылку. Открыть. Что такое? Штатив. Вытащил из коробки штатив. Ну, повезу, наверное, завтра сыну на работу. Попросил открыть, посмотреть, что там есть. Купил себе для работы. А мне вообще тоже для съемки видео тоже нужен штатив. Он-то мне его, конечно, не отдаст. Получил очередную посылку из Китая, с сайта AliExpress. Вот такая вот маленькая штучка в конверте лежала. Это явно для меня. Это, я думаю, какая-то держалка, может быть, даже для видеокамеры. Я такое не заказывала. Посылку я открыла. Это получилась посылка для меня. Чуть-чуть немного. Не знаю, как видно, не видно. Кисточки для косметики. Посылка для меня. Добрый день. Сегодня у нас 12 декабря 2015 года. Пришла нам очередная посылка с сайта AliExpress. Это какая-то металлическая запчасть. Не знаю для чего, для фотоаппарата, либо еще для чего-то. То есть, наверное, мой заказывал. Эта посылка не для меня. Я заодно фотографирую, потом я ему отправляю. А он смотрит, нужна ему это сейчас или попозже. Поэтому я делаю снимки, потом отправляю ему. Если надо, он приезжает сразу. Если нет, то потом сама еду к нему в гости и отдаю.